Ну, скажи мне, какой тип автомобиля тебе нравится? Четырка черная. Четырка, опять какой? Машина. А ты где живешь? Кургане. Курган? И четырка. Тебе сколько лет? 17. Ну еще не понял. Курган, четырка, это круто. Привет. Привет. Че делаешь? Какой автомобиль нравится больше всех? Мерседес. Ну, Мерседес это понятно. А там модель, там, я не знаю. Не знаю. Ну, уже хорошо. Любая. Первая. Я из Питера, а ты? Вот. Разница. Только что. Я точно такой же вопрос задал девчонке. Я из Москвы. Говорю, тебе какая модель нравится? Примерно твоя ровесница сидела, 17 лет, девчонка, говорит, тебе какая машина нравится? Она говорит, четырка. Я, блядь, долго начинал вспоминать, что такое четырка. Это, оказывается, 14-я модель «Жигулей». Это та, которая когда-то была, по-моему, там девятка или восьмерка, что ли. Ну, потом она какая-то другая стала. Вот. А Питер сразу «Мерседес», ты смотри-ка. Ну, тем не менее, к этому «Мерседесу» ты решила прийти вообще, как говорится, работая, не покладая отверстий. Я просто, я вообще машин боюсь. Всегда вот, как вот деловая девушка должна вообще жить-то, правильно? Дел, чтобы было всегда по самое горло. Чтоб был забот полон рот. И чтоб всегда результат был налицо. Так ведь я понимаю современную self-made woman? Так ведь? Не знаю. Так, нет? Я запутался, как сложно. Все это очень просто, и ты все это знаешь.